Жил-был маленький козленок, который научился считать до 10. Однажды он увидел свое отражение в воде и сказал: «Я это раз! Что это ты делаешь? Я считаю сам себя! Хочешь, я тебя сосчитаю? Ну, если это не больно...» «Ты что, ты это совсем не больно? Только ты не шевелись, а то я считать не смогу». «Ой, что ты? Я очень боюсь. И моя мама, наверное, не разрешит». «Я это раз, ты это два». «Мама! Ты чего ревешь?» «Козленок меня сосчитал». «А это что такое?» «Я научился считать. Вот послушайте. Один – это я, два – это теленок, три – это корова». «Ой, теперь он и тебя сосчитал». «Я тебе покажу, как потешаться над старшими». «Почему вы гонитесь за этим куцехвостым?» «А он нас считает». «Один – это я, два – это теленок, три – это корова, четыре – это бык». «Ой, теперь он и тебя сосчитал». «Ну, это ему даром не пройдет». А что это за спешка? Мы гонимся за козленком. Он нас считает. Да? А как он это делает? Ну, очень просто же. Один – это я, два – это теленок, три – это корова, четыре – это бык, а пять – это конь. Ой, теперь он и вас сосчитал. Негодник. Ой, что это? Куда это вы так все спешите? Мы гонимся за козленком. Он нас считает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть – это свинья. Ой, теперь он и тебя сосчитал. Ну, за это он поплатится. Вот ты я ему. Тебя сосчитал.
Кто из вас умеет считать? Я умею. Тогда пересчитай всех нас скорее. Один. Это я. Два. Это я. Три. Это я. Четыре. Это я. Пять. Это конь. Совершенно верно. Шесть. Это я. Семь. Это кот. Восемь. Это пес. Девять. Это баран. Десять. Это капитан Гулф. Козленок с тех пор так и остался на паруснике. Он теперь работает контролером и считает пассажиров. А теленок пошел учиться в школу. Раз.